could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Всем добрый день! Вы на канале Ленкин дом. Ну, как вы видели, вот такой завтрак у меня получился. Пожарила себе пару яиц с помидорочками, с сырком. Сейчас позавтракаю и бегом на работу. Хочу поделиться приятной радостью с вами. Вчера раздался звонок вечером. Такой неожиданный звонок, скажем так. Я подняла трубку, и у меня спросили: а вы шарики не заказали? А можно заказать шарики? А по голосу-то я слышу, что голос знакомый. И оказывается, это позвонили мои итальянские подписчики, друзья Чиро и Натали. Представляете, они мне позвонили аж с самой Италии. Я вообще была приятно удивлена. Вот такой вот сюрприз меня ожидал. Конечно, мы с Натальей поговорили. Наташенька, я тебя буду звать по-русски. Не Натали, а Наташ. Поговорили о том, о сём. Очень такая приятная, душевная девушка. Я очень была рада тебя слышать, если ты сейчас смотришь этот ролик. Приятно было с тобой пообщаться. Думаю, что мы будем поддерживать с тобой дружбу и дальше. В общем, передаю тебе очень большой привет. Целую тебя. Не теряйся больше. Вот такой у меня был вчера сюрприз. Неожиданный звонок. Ну и еще хочу сказать, что на Ютубе, конечно, я нашла много подружек. Очень рада новым знакомствам. Это и Татьяна, это и Снежик. Со Снежиком мы вообще уже общаемся по WhatsApp. Я уже ей звоню, мне кажется, чаще, чем своей ближайшей подруге. В общем, Ютуб дал возможность найти новых друзей, новых подружек. Чему я очень рада, потому что работа, дом, дом, работа, общения вообще нет. Когда я раньше работала в больнице, были у меня и подруги, с которыми я сейчас тоже общаюсь, но я общаюсь, конечно, больше по телефону. Ну, а вот то, как они сейчас живут, за их жизнью у меня, конечно, нет возможности следить, потому что они не ютуберы, не ютуберы. Не знают они, что такое Ютуб. Мысль была у них рассказать про Ютуб, но 99,9% я уверена, что вот две подружки меня точно не поймут. Поэтому я всем своим новым подруженькам передаю большой привет. Всем желаю доброго дня, доброго утра. Наконец-то у нас потеплело на улице. Сегодня с утра уже минус 20 было. Помаленечку капают мне заявочки, слава богу. Люди стали оттаивать, скоро уже, скоро совсем-совсем весна. Поэтому надо брать себя в руки, хватит сочковать, надо приступать к работе. Тем более скоро уже праздники, скоро весна. Я всем желаю не болеть, крепкого здоровья и будьте все счастливы. А мне приятного аппетита. Пока-пока.